преддверии Рождества в православной галерее «Буквица» в Минске открылась выставка «Трезвучие надежды». Ее авторы – семейный тандем – художница Ксения Ангелова и ее мама, мозаичист Елена Петросова. Вместе они работают уже 5 лет, искусно сочетая в своих работах письмо и камень. Мама стала делать иконы из камня, а я стала пробовать себя в ликах. А потом как-то воплотились мы случайно вместе, и один раз попробовав, что можно вот так вот такую технику сочетать, оно сочеталось. И оно получилось, и пошло. И как-то у нас от этого семья только крепче, потому что мы никогда не конкурируем, не завидуем, не ревнуем, а очень друг друга слышим. Сегодня работы Елены и Ксении украшают храмы Беларуси, Украины, России, Грузии, Франции, Германии. На выставке представлены как первые пробы совместного творчества, так и картины, написанные в этом году. Первое впечатление было, как будто я вновь прикоснулась к следам Христа в Израиле, в Иерусалиме. Вот такая чистота, такая нежность, такая вот возвышенность, такая хорошая детскость, о которой и говорил Христос, будьте как дети, она присутствует в ее картине. По словам Ксении, задача художника – вытащить зрителя на правду. А правда – это Бог. Какие чувства у вас возникают, когда вы смотрите на эти картины? Спокойствие, умиротворение. И как-то по-новому раскрывается вот видение Бога. Такое интересное видение Бога. Не такое традиционное, которое дается в церквях, там, а именно вот такой человеческий взгляд. Ксения очень интересный человек, очень сильный, очень открытый. Совершает свой человеческий подвиг, пытаясь прожить достойно свою жизнь. Смотрите, в этих картинах она погружает нас в атмосферу высокого духа и святости. Невзирая на всю какую-то наивную манеру письма и какую-то детскость, работа очень профессионально выполнена. Ксения сознательно не называет себя иконописцем. Я всегда боялась каких-то определений, потому что либо я до них не дотягиваю, либо как-то назваться, ну что это значит? Это значит что-то о себе возомнить. Вот, я отдаю полностью это на суд зрителя. Вот, рисую душой и сердцем. В этом вот могу исповедаться в том, что стараюсь не кривить душой. Выставка «Трезвучие надежды» трогает своей непосредственностью и теплотой. Убедиться в этом может каждый. Экспозиция продолжит свою работу в галерее «Буквица» до 14 января. Информационно-православный портал «Собор.бай» для телеканала «Союз».